Из Перми? Из Перми. А что, приехал сюда? К сестре приехал. К сестре приехал? Так точно. Зачем? Ну, я думал ее к себе забрать. Она же сколько раз звонила, я говорю, приезжай. Да нет, нет, я уж не могу, неохота никуда, я думаю, сам поеду. Ага. Она приехала, она на рынок пошла, и мина ее убила. Ну, и чё? Да ничего, потом, через пару дней, это 15-го было, зампотех меня. Зампотех чего? Закурили. Ну, там у нас на Кальмусе зампотех есть, а я еще не знал. А ты к сестре приехал на Кальмус? Нет. А я куда? Был на улице Челюскинцев, он мимо шел, закурили, разговорились так. Он говорит, давай ко мне, да? Ну, а украинский паспорт тебе где выдали? Виноват, не выдавали ничего. Еще удостоверения, да, никого нету. Сфотографировали, но ничего не выдали. Обещали, да? Так точно. Угу. Вот, на Урал посадил меня, этот, пушку таскать. А в России родственники где живут? В Пермской области, ну, в Челябинской есть. Жена, дети есть? Так точно. Трое детей, трое внуков. Трое детей? И, трое. И жена есть, да? Так точно. Позвонишь, может, им? А? А что я скажу? А что ты скажешь? А скажешь, что ты тут в Украине, блядь, людей убиваешь? Расскажешь ей, как все есть? Разумеется, расскажу. А? Расскажу все. Расскажешь? Так а что ты своим сказал, куда ты уехал? А, как вам сказать, я поехал за сестрой, говорил, она, жена отговаривала. Родная сестра? Так, ну, сводная. Сводная? Отец один, матери разные. Ага. Жена отговаривала, говорит, время смутное, потом сама пускай едет. Я, ладно, поеду. И чё? А потом... Приехал и оружие взял в руки или что? Уже как приехал, через 3 дня после того. Слушай, если ты меня такого поймал, как я тебя, блядь, там в Перми, что ты со мной бы сделал? Да там-то ничего, там войны нету. Там войны нету, а тут вы делаете войну, русские, понимаешь? Вы, русские, делаете войну в Украине. У меня мать с Архангельска, понимаешь? Получается, как бы так, да. Как бы так получается, а что ты тут делаешь? Ты воевать приехал сюда? Никак или деньги зарабатывать? Нет.